На протяжении нескольких лет компания Equinor является спонсором премии «Выпускник года». Перед награждением лучших выпускников 2018 года на сцену приглашается представитель компании Equinor Артур Полистат. Спасибо, уважаемый господин ректор, дорогие выпускники, дамы и господа. Для меня большая честь представлять компанию Equinor и здесь, на этом важном событии. Мы в Equinor гордимся сотрудничеством с Московской консерваторией, одним из самых престижных музыкальных учебных заведений мира. И рады вот уже несколько лет поддерживать проект «Лучший выпускник». Выпускник года. Этот проект – часть программы компании Equinor «Герой будущего», поддерживающий молодых, талантливых студентов в области культуры и образования. Вы, наверное, думаете, Equinor – это что за компания? Месяц назад норвежская компания Statoil изменила свое название на Equinor. Это отражает развитие компании как компании широкого энергетического спектра. И уже вот от имени Equinor позвольте мне поздравить вас с окончанием и пожелать вам всего наилучшего в вашей карьере. Удачи вам! Ассоциации выпускников Alma Mater и статуэток ювелирного дома галереи Михайлов, а также подарков лучшим выпускникам 2018 года на сцену приглашаются ректор Московской консерватории профессор Александр Сергеевич Соколов, представитель компании Equinor Артур Полистат. Лучшими выпускниками 2018 года стали Константин Емельянов, фортепиано и бас. Ангелина Паутянь, историко-теоретический факультет. Композиторский факультет.
комитет. Исторического и современного исполнительского искусства. Факультет исторического и современного Ксения Бояршинова, факультет оперно-симфонического и хоро...